приехал же наш полкан, типа, ебать, ну, который у нас раньше был, ебать. Мы у него Ага. спрашиваем, что, ебать, делать, ебать. Я говорю, у нас не оружие, ничего, здесь бетеры катаются, ебать. Он, ебашьте всех гражданских, нахуй. Кто не пойдет, всех ебашьте, ебать. Ну, блядь, как? Охуеть. А потом кричал, ебать, типа, кто пост покинет, ебать, будет дезертирами, ебать. А Да ты прикинь, пошли мы вы сидим, ебать. нахуй. Мы с пацанами Посылайте сидим, их ебать. нахуй, блядь. Мы, короче, стояли, нас выставили, типа, на посты, понял? Только вот вчера мы чудом, блядь, оттуда съебались. Между нами такая пальба была со всех сторон, ебать. Мы 3 дня, ебать, вообще без нихуя сидели. Наше командование, которое у нас, понял, они получили провизию, там, сигареты, ебать, питание, блядь. Ты знаешь, что они Но. сделали? Руководство наше все съебалось, нахуй. Всех кинуло и съебалось. И мы не знаем даже, Охуеть. где они. Вот шакалы ебаные, блядь. Ну постреляйте их нахуй, да и все. Потому что они, блядь, ну прикинь, ебать, не дали людям, ебать, ни путь к отступлению, блядь, ничего не сказали, даже провизию не привезли, ебать. Вот мрази, блядь, конченые, сука. Я же говорю, мы 3 дня Блядь, вообще без... застрелите его нахуй, блядь, так чума этого ебаного, блядь. Первого просто, блядь. Я же говорю, я приеду, я прокуратуру целый том накатаю, ебать. Да надо по-любому военную прокуратуру связываться.